Танцующие хагиваги, новинка. Вау, танцующие хагиваги, вот ради этого мы пришли. Майни вновь с вами. Всем привет. И сегодня у нас реакция на видео с канала Чак Ревью. И называется оно «Тестим стрёмные игрушки из маркетплейсов». Будет интересно. Будут стрёмные игрушки, там был хаки-ваки, вообще хайпово еще будет, поэтому погнали смотреть. Также не забывайте про мой телеграм-канал, ссылка есть в описании или QR-код на экране, это сейчас очень важно, вдруг чего, я там уже держу связь и буду держать связь, если что-то произойдет. И у меня есть также стрим-канал Трово, ссылка есть тоже в описании, я стримлю каждый день, тоже вас там очень-очень жду. О! Барахло из ящика. Ой, кстати, буквально из ящика. Егор, у нас съемки через полчаса. Мешок игрушек уже закупили. В смысле, ты опаздываешь? Привет, собака. У меня костюм сел. Дай подзарядиться. Егор, пока ты стоишь в пробке, у меня уже игрушки оживают и просят подзарядить их. Как через что? Через Пова 3 вообще-то. У Пова 3. Ой-ой-ой, автор покушает. Это хорошо. Я покушаю, если вы просто на стрим и приедете, ссылка в описании. Этот покушает. Wildberries, или как сейчас модно, ягодки. Заходишь в детский раздел и получаешь ворох. Это будто бы явно не для детей уже сайты ягодки. Какое извращение. Зайка Алилу. Песенки, сказки, волшебные ушки, рекомендованные Еленой Куликовой. О! Уложу малыша спать. Знаю 30 самых любимых детских песенок, 25 поучительных сказок и 20 веселых потешек. 20 потешек. Что это такое? Читаю угрожающе. Да-да-да. Я буду петь вам добрые веселые песенки Шаинского. Прочитаю забавные стишки, расскажу интересные сказки голосами настоящих актрис. Дарьи Корнышовой и Ольги Донец. А это кто? Ё-моё, он распространил. Что это такое? Сейчас что-то будет. У нее тут есть... Нет. Нет! Тут эта песня, да... Нет! Вот это... Нет, это песня с рекламы дурацких тупых игр с телефона. Нет! Только не ня-ня-ня это, блин. Нет, она преследует меня. Ничего себе. Серый Крей. Серый Крей. Тупой. Тупая. А вот сюда поставь. Фиолетовый. Тупая. Черный. Как? Панама на голову. Опа. Слушай, а нормально? Оранжевый. Вот. Ну старается. Так, ну давай что-нибудь поинтереснее, давай что-нибудь. Блин. Да вы, блин, ё, в чипиндрить-то, а? Во что бы его... Ну и, кстати, какой фон классный. Ну-ка еще раз. Пу-пу. Колыбельная. На самом деле, это игрушка для Чака, это на самом деле. Занято. Для перехода к следующей записи короткое нажатие на кнопку. Хоп-хоп! Радуга! Цап! Я, ваш зайчик Алило, так. Расскажу вам сказку. О боже. Давай. Варежка. Жила-была на свете маленькая варежка. Вот такая. Вот такая. Правильно. Мышкина. Пошла варежка через мостик. А как варежка пойдет? Вдруг... В чем суть? Почему не животные? Почему их предметы гардероба главный герой сказки? Что он делает? Скальп снял с нее просто. Здравствуйте. Я профессиональный актер, с кем работаем? С детьми. Понял. Шла Митенька у нас подарочком. Это белый шум, да? Вот. Георгий Павлович, знаешь, происходит? В чем еще главная особенность этой штуки? Ее невозможно убить. Потому что, ну, как бы, рассчитана для детей и понимаешь, что быть. Она устойчивая и, типа, специально рассчитана на то, чтобы ребенок ее не сломал. А,
Да? Ага. А, ну я прям сломал, слышите? Ну прям... А я просто вот так сделал, я, ну, даже сильно не жал даже. Фиолетовый! Тяжело, тяжело сломать? Тяжело, тяжело. Куда ты хочешь засунуть ее? Да не надо! Не... Сумасшедший. Егор, я безумный. Понял, я хочу снимать такие видосы, просто кидать вещи, вот это... Класс, весело. Попало? Функциональные часы рации. Предложку. Часы рации, компас, секретные капсулы, фонарик и лупа. Ё-моё, это нормально. Для мальчика. А, всё! Девочкам ход воспрещен. Всё! Никаких. Walkie-talkie is battery-dead operated. О, целых два, нормально. Смотри, ну просто целая двое часов, два. Это мини-танк. Смотри, это танк. А? А пахнет. Девочки, ну что я вам скажу? Я считаю, что это чисто мужское, ребята. Вот это девочки. Ха-ха! Зачем ты девочки, когда есть вот такое? Позволяйте, это фонарик, антенна. Поджарилась просто. Капец, это понюхай. Да понюхай еще. Ну что, лох? Как тебя тут набрать? Тут компас есть. Давай лучше сейчас вот постучим и скажем одновременно, где находится север. Ты надо постучи вот. Она не работает, ни хрена. Вот я стучу, вот смотри, я кольцом стучу. Поставь вот так и... Что изменится? Ай, блин! А у меня работает, у меня север все время там. Ну-ка, сейчас покручусь. Ну-ка. Нет, не работает, мне показалось. А ты сейчас где находишься? Прием. Пожалуйста, ответь, он пропал. Где, пожалуйста, прием. Ветер северный, прием. 10 метров и 2 стены. Но вообще-то нам производитель обещал 150 метров. Слушай, знаешь, когда я был ребенком, и мы разбивались на компании, надо было звать одних ребят с района, как бы, к себе. Они далеко уезжали. Ну, еще, знаешь, велосипеды были, далеко разъезжались. Так вот, у меня была гильза, потому что тогда стреляли во дворах постоянно. И я собирал с ребятами эти гильзы. И если бы не думать, свист очень громко. Как позитивная гильза. Да, стрелялись во дворе постоянно. Ну, признайте, вот эти типичные дворы, блин. Окей, и я как Робин Гуд, понял? О чем тут эта история, скажи мне, пожалуйста. А потому что в какой-то момент мне купили рации вот эти пластмассовые, когда в детстве были, и они вообще не ловили. Я все еще юзал гильзу, она... Дальше. Гораздо удобнее, конечно. Да? Тут 3500. Неработающий компас. А что ты скажешь? Вот, на это. О, фонарик! Он вообще светит? Подожди. Он вообще светит? За 3500 можно купить 2 маленьких, ненужных телефончика. Телефончик. И ты можешь разговаривать по телефончику друг с другом. Дальше, чем 150 метров. Гораздо дальше. Ну, тут, может, часы есть. Да, ну вот так ты не сделаешь. Алло. Алло, да. Энциклопедия «Как стать блогером». 187 рублей. Наконец-то, ребята, наконец-то я стану блогером. Господи, ну, наконец-то это свершится. Ё-моё. Это что-то, вот от чего я удивляюсь каждый раз. Но я смотрю, думаю, придется сыграть удивление. Да нечего играть, это что, брат, блядь? Эту книгу написал в аббревиатуре «Профессор». НП Матвеев, профессор, академик РАЭН, академик Международной академии экологии. Можно стать рептилией, вот хищником можешь стать, автомобилем можешь стать. Соответствует в ГОС. И в ГОСу соответствует, дорогие друзья. И рекомендовано академиком Матвеевым РАЭН. Можно ли стать популярным в ТикТоке? Давай выберем тему, которая нас интересует, мне кажется. Вопросы для экзамен, давай сразу. Давай про рекламодателя. Есть что-нибудь самое важное? Сейчас где рекламодатель-то? А где найти рекламодатель? А, как стать популярным в Инстаграме? Инстаграме? Если твоя единственная цель – заработать деньги, то это провал. Блогер должен приносить радость и быть настоящим. Да. Поэтому мысли позитивно, общайся, улыбайся, и все получится. У нас книжка с прогревом. Вы понимаете, ну сейчас просто... Блогинг. Плюсы. Это удовольствие и работа в одном. Ага. Столько времени работать зависит от тебя. Ты сам себе начальник. Саморазвитие, постоянное изучение. Ты станешь для сверстников примером. Минусы. Могут появиться недоброжелатели. Хейтеры вот эти, блин, да. Нестабильный заработок. Ну, это тоже, вот, да. Сделай похожий снимок, а текст перефразируй. Искусство просто. Сделай похожий, перефразируй и добавь в него что-нибудь свое. Так тебя не будут обвинять в плагиате и не засудят. Задание. Назови свое личное честные качества. Какой ты человек? Хороший. Классный. Веселый. Вообще, блин, вкусный. Вкусный. Читателям, которые пишут хороший, будет приятно получить от любимого блогера благодарность. Вот.
А кому говорить спасибо? А, спасибо. Подписчикам на Бусти. На Бусти, конечно же, подписывайтесь на Бусти. Всем у тебя спасибо. Что-то клевое на Бусти. Скажи спасибо мне, пожалуйста. Дань, спасибо тебе. Спасибо, Егор. Поцелуйтесь хотя бы. Ну, не поцеловались. Моделирование комментариев. Они учат быть хейтером, чтобы. Ребята, расходимся, поцелуя не будет. Расходимся, блин. В натуре роскошь, что ли? Ребята, просто надо моделировать комментарии. В Инстаграме. В Инстаграме. Все. Сражаться с хейтерами бессмысленно и ненужное занятие. Если кто-то будет настойчиво портить тебе настроение, не волнуйтесь, все хорошо. Держите себя под контролем. И добавьте его в бан, и все. Просто, все. Просто забань его. Если попадешь в неловкую ситуацию, обратись к родителям, они помогут. Алло, мама! Это затычка на все проблемы по жизни. Ответь на вопрос. Егор, тебе вопрос. Как бороться с хейтерами? Вот он тебе плохое настроение, а ты ему хорошее. Он тебе говорит, ты дурак, а ты ему... И в бан. И в бан сразу же. На тебе! Позитиво придавил, прижал, так сказать. Позитивненько. И шлифанул банчиком. Путешествие, это сверху нового. Используй новые места, как источник. Источник. Ё-моё, это сухопечаток. Они вообще это проверяли? Они вообще, редактура тут хотя бы какая-то была? Они в Word это вписывали? Я не пойму, там же подчеркнуло бы это все. Источник. Инстаграм, что это такое? Однодневная поездка с родителями. С родителями? Только с родителями. И однодневная, Егор, не две. Так. В соседний город, в новое место в твоем городе, это всегда появление не только новых знакомств, но и эмоций. Я, значит, в воскресенье с родителями ездил в Одинцово. Так. Никакого вдохновения. Итак, экзамен. Чем отличается хейтер от критика? Критику он, его бить нельзя. Георгий Павлович, в чем особенность оформления своей ленты в стиле рамок? Ты как картина начинаешь выглядеть. Если у тебя коммерческий для блогера, что это за вопрос для экзамена? Тебе да. Какой-то правильный ответ ответишь, я не понимаю. Георгий Павлович, как ты думаешь, что такое зона комфорта? Зона комфорта? Я вот из нее сюда приехал сейчас. Ломать. Я тебя понял. Георгий Павлович, я тебе вручаю диплом. Диплом! Об успешном изучении темы «Как стать блогером» за любознательность, целеустремленность и успехи в учебе подписал сам НП Матвеев. Рекомендовано академиком Раем Матвеевым. Пожалуйста, поаплодируй. Данил, поаплодируй, пожалуйста. Блин, я так сразу Мефисто. Я так сразу Мефисто. Фото, видео, играми, наконец-то Мефисто получил свою профессию. Блин, я так за него рад. Карта на 10 тысяч фото в подарок. И скидки 5500 рублей. Ой-ка. Прекрасный подарок на любой праздник. Итак, Георгий Павлович. Хорошо, это стоит 1400 рублей. В нем есть какие-то еще игры. Мне интересно, что там... А что там будет за качество, да? Ну, типа, я понимаю, что это будет плохое, но там вообще будет понятно, что ты фотографируешь, кроме как пикселей. Да! Вот смотри, вот так на веревочке. Опа, вот такая вот, хоба, у нас вот штучка. Нет, кстати, вряд ли Америка следит за нами. А это экран сенсорный или что? Или типа... Просто капец. Так, ну, начнем с фото, наверное. Ладно, давай фото. Но все-таки за 5500. Куда ты же мякаешь, что ли, сенсор? Я думал, что экран сенсорный тоже поначалу. На пимпочку там. Какую пимпочку? На эту, думаю. Тут 4 пимпочки. Так, ну все, на память. Ребят, фоткай. О, че, а че он синий? Так, ну все, на память. Ребят, фоткай. Качество. Ой, это такая, ой, нормально вообще. Это рамки, блин, ё-моё, хорошо. Рамочки. Хорошо. И вот такие. Рамки можно, это не, ребята, даже. Это все, это для Инстаграма. Как будто с фоткой. Бля, прикольно такую штуку, знаете, для всяких типа олдовых фотографий брать. Для какой? А это я как будто снимаю гифку. Зашакаленную. Что с Данилом? Ну, может, экранчик недоверчивый здесь. Экранчик недоверчивый? Да. Очень жесткий сейчас, Данил. Чтобы заставить зрителей ролик до конца, покажи в начале видео динамичную нарезку самых эмоциональных, полезных и неожиданных моментов. Давай, эмоционируй. Я! Е! Йо! Here I go! Deep Time Flow! Жак Кусто! На подкаст This Vlog! Закачай компатрички и слушай пока. Ходить вот так вот? Видимо, да. Разъем для наушников нет. А то есть, если ботину нету, на разъем для наушников? Она из Америки, правильно? Да. Она из вибраниума, хотелось бы знать. Ой, там что? Объектив? Итак, детский раздел, мягкое, эластичное... Детский раздел антистресса с... Эх.
штучки. Добавная ладно. Банка сюрприз, грудь мялка за 1000 рублей. Антистресс со скидкой. Сыска. Что за чепуха? Это сыска. А это прям, ну, бумага. Это не упаковочка. Это прям бумага, бумажная. Игрушка. Ремонтом пахнет. Она пахнет ремонтом. Клеем для моделей. Не надо, не надо. Давай. Егор, если она... Вот так вот. Я хочу, чтобы пошел. Она взорвалась в лицо. Блин, натуре, когда заходишь в квартиру с ремонтом, вот прям вот пахнет прям... Ютуб, если что, это мужская, это мужская. Ютуб, если что, это мужская, это мужской бупс. Вот свежие стены. Мужские бупс можно. Это мой, кстати. Стоимостью 1000 рублей. Вы думаете, чего покрываю? Почему нету бупса моего? Дороже. Да. Ценно. PSP? Согласен. Нет, классический Tetris. Tetris в виде PSP. Итак, вот такая у нас замечательная. Нам хорошо. Лень даже тестить эту историю, потому что я уверен, что мы увидим просто Tetris, но при этом по форме PSP за 300 рублей. Вот просто вот, пожалуйста, вот все. Кнопка нажимающаяся одним нажатием на все подряд. Мне кажется, его так сломать можно. И вот это вот, да. И, собственно, тут будет Tetris, ну, вот, конечно, с карты памяти USB, но это все фикция, это все ложь, вранье и все это. Они нарисовали экран. И вставили настоящий экранчик процентов на 30. Чтобы не было так обидно. Ну ты смотри, вот если вот так вот глобально, вот может показаться, что вроде играешь во что-то серьезное. Нет. Нет, ни хера. Ты попал. Убей ее, пожалуйста. Жесткое палево вообще. О, он из бедной семьи. Нет, тут там... Спасибо. Я даже... Серьезно? Он вообще напрягался? Он вообще... Что? Ну даже не надо напрягаться. Знаешь, что он даже не включил его? Игрушка-парашютист. Хит 2022 года. Сетчатая ткань, крепкое крепление, ABS-пластик и прочная нейлоновая ткань. Парашютик. Парашютист, видно? Да. Низкокачественный парашютист. Да что, все, отпускать? Да. Невероятно. Это так интересно. Браво! Я так солдатиков вешал на пакеты полиэтиленовые и спускал в детстве. Можно вопрос, зачем за это платить? Берешь обычного солдатика, подвешиваешь его к пакетику, и все, вот тебе парашютист. Молодец! Смотри, расправьте парашют, начните складывать, плотно собери парашютист, готов к броску в небо. Внимание, все готово к полету? Ну, на самом деле, ну, 700 рублей вот, опять, я считаю, перебор, вот, но рублей 300, по-моему, неплохо. Да за что, за что? Вот я в натуре говорю, если вы живете реально в Москве сидите на 65 этаже, то это будет эффективно 2 минуты. Дальше мне весело еще ловить, придется в Москве реке. Я в 11 догадался вот об этой теме с парашютом, что дырка должна быть в пакетике. Делал маленькую дырочку и день за днем кидал со своего второго этажа. Второй этаж, это не очень весело. И потом еще бежишь вниз. Я кидал, было по кайфу. Танцующий хаги-ваги, новинка. Танцующий хаги-ваги. Вот ради этого мы пришли, люди, мы ради вот этого пришли, вот оно, глянь, господи, хаги-ваги кактус, походу, да, это, походу, что та игрушка с кактусом, поет, да? Поет, светится, повторяет фразы, заряжается от USB+, плюс русские хиты, 3500 без скидки. Георгий Павлович, можете мне рассказать о культе хаги-ваги? Не могу. А я тоже не могу, но он есть. Я ехал в электричке недавно, заходит бабушка, вот торгующая товарами, и такая... В наличии есть куклы Хаги-Ваги, значит, игра, и она начала рассказывать, ты понял? Она прям, не просто сказала прям. Хаги-Ваги и пошла по вагонам. Она такая, есть в наличии игрочки, есть в наличии Хаги-Ваги, игра к нам пришла из ТикТока, значит, тут есть мама Пупси-Дупси, есть сестра Дуди-Дуди, и она минут пять прям всех перечисляет. Кисси-Мисси, блин. Я сижу, слушаю, и такой, вау, она прям шарит. Это заслужит уважение нас. Да, я сижу, и... В честь этого у нас есть игрушка за 3500 рублей. Ну, это понимаю, бабушка, вообще. Новинка, вау, вау. Давай я включу, да? Везде клей торчит, не очень красиво. Ну да, я включаю. Да. Включил. The RZA, the GZA, all dirty bastard, Inspector Dead, Rick won the chef. Мне кажется, так называется шизофрения начинается, дорогие друзья. Это пугает, это пугает. В натуре гипнотически пугает немного. Ах,
Какой-то азбукой Морзе нам что-то хотят сказать. Господи. Она сдает назад, что ли? Подожди. Чё, серьезно? Вот это я понимаю, музяка пошла. Серьезно, это песня для детей? Отлично. Да, вот детям вот это. Великолепная песня. Серьезно, Распутин? Что это? Это зажигает. Да! Две с половой беру. Отстань, я ее сам возьму. Две с половой, две нормальные. Отстань, я возьму себе. Самый большой набор, более полутора. Ну это хотя бы смешно, это хотя бы смешно. Килограмм на Wildberry слаймов плюс подарок. Полтора килограмма слаймов? Набор слайма дарим по пит, по птию. А что это за кишка была? Можно вопрос? Ладно. Перед нами бомба слайм, хит 2022 года. Здесь набор хайпа. В наборе, набор хайпа. Тебе подарок. Ребятушки, хайп. Его. Если тебе все понравилось, оставь мне отзыв. Подписывайтесь на наш канал. Это все так. Еще подарок где? Что это? Вот это кайф какой! Да! Я твоя пуповина. Поп-тюбис. Смотри, как мы это... То есть это вот из канализации вытащили гофру, да, покрасили. Как это называется, да, и покрасили, да? Все, понятно, я понял. Слаймовый. Смотри, что вот так это? Я сделаю. Смотри, смотри, смотри. Это игра кальмара? Красиво, ну красиво. Что, игра кальмара была? И что теперь, это... Знаешь, так, как... У меня мой друг, оказывается, не смотрел игру в кальмара. Ребята, я буду смотреть своим другом игру в кальмара, потому что он не смотрел его. Он будет смотреть игру в кальмара. В 15-м году видел видео детей со слаймами, я думал, я не окажусь по ту сторону экрана. Танится, жмыкает, пукает. Я взрослый пёс. Ты сюда. Насыпь мне вот пачечку. Вот, надержи, ну, пожалуйста. Спасибо. Пожалуйста, вот, мы сюда насыпем. Егор, сделай что-нибудь со слаймом смешное, пожалуйста, для просмотров. Для по учебнику надо. Ай! Смотрите, зрители, контент. Это, конечно, не киномыло по Кубрику. Ну, тоже хорошо. Я когда селезуна покупал, мне тетя придумала шутку, мочил ее до конца жизни. Еще жива. Купил кусок соплей за 30 рублей. Пау. А это за 4500. За 4000 рублей. Но только красиво упакованное с этим попубером. Попубером. А этот, а попы где? Амангасик, вот. Амангасик там. Какие-то бейджики. Блесточки. А ты посмотри, там, ты смотри, смотри, сколько блесточек. Ты смотри, какой набор, смотри. И в кошмар, там во всей квартире будет. Ну все как... Я бы прибил бы ребенка. Если бы он это все рассыпал бы. Хочешь вообще? Давай, я бы такой бы не покупал бы его просто ребенку. Навалил, все намного проще. Навалил жишки. Опа. Ты бороды дотронулся. Не твое. Знаешь, лизуны не так романтизировались, как слаймы. Типа, понимаешь? А что с ними делают? Их, сейчас я тебе скажу. Их сжимают, тянут, надувают, смешивают. То же самое. Даже не едят. Смешивали. У меня красный, смешивали, зеленый, конечно. Давай вместе. Ну, конечно, смешивали. Конечно. Просто маркетологи подумали, что нужно еще с этим сделать, чтобы хоть добавить как-то... Добавить всякие вот эту хрень. Мы очень уверенно это делаем, как будто в конце мы что-то получим, какой-то мы итоговый, получим, итоговый получим. Результат. Мы конечно. Мы огромный слайм с кучей игра. Ну что, за этим производителю 4500. Ты смотри, можно даже... Это суть того, что в это можно засунуть все просто. Да. И дети такие, ого, гениально. Блин, хреново, что при общем смешивании цвет все равно говна. Что это такое? Какой-то сопли здоровенный, очень мерзкий. Что еще можно добавить, дорогие друзья? Да я думаю, харкнуть можно. Это что такое? А, это для... И пописать. Это как есть дебильный анекдот. Просто дурацкий, тупорылый анекдот про... Короче, ладно, вкратце, да? Я же сильно его не помню.
поэтому это может быть не смешно, извиняюсь. Вот поспорили два друга, то, что один хлебнет с мусорки. Ну, такой, типа, да вообще без проблем. Берет мусорку, хлебает, раз лоток, два лоток. И все, не прекращает, никак не прекращает. И вот в один момент, вот закончил, через минут пять, подходит к нему, а ты чего, ты всего лишь один раз должен был? Он такой, там потом такой сопляк вылез, перекусить не мог. Вот примерно вот то же самое, блядь, что за сопляк, блядь? Вот примерно это так оно будет и выглядеть. И пока... Ну, так это по-другому, я уже не помню анекдот. Штука. Товар не употреблять. О, кайф. Ты не понимаешь, Скайлер. Меня не окружает кринж. Я и есть кринж. То есть я сейчас реально могу это самое для кликбейта написать мега слайм? Те, кто пришли на байт. Вот. Ля-ля-ля. Вот это хотели. Нравится, да? Ля-ля-ля. Мега слайм. Что это такое просто? Где пам-пам? Да ладно, я знаю, что шутка не смешная. Просто она мне вспомнилась. Что-то не хотите. Это смешно, когда вы в дегенеративном состоянии. Че, Егор, на, держи за шиворот. Дорогие друзья. Какая газ, эти блески, ну везде. Крендели сбили. У меня волосы, слайм залип, я теперь не могу. Нет, слайм это хорошо, а зачем на пол? Да? Получается так? Даже волосатым детям играть нельзя. Ну иди сюда, ну что такое? Ну иди. Скорость дайте мне. Егор Павлович, ты купишь эту хуйню или нет? Да ей за бесплатно нахуй она мне нужна, скажи мне. Да есть мусор сюда, просто сбрось, быть в слайме. Тетрис сюда, вот. Зумеры, вы, ну... Ну вы достаточно вам? Айпад засуньте, и там можно раз надоело, расчистил немножко. Поиграл, обратно завернул. Обратно. И мнешь себе сидишь такой, ох, вот бы вышло. Нахлюпались. Я думал в детстве, честно, что вот это явление как лизун, оно исчезнет. Потому что, ну, бред. Исчезло, вернулось, реинкарнировалось. Ты... Да, новое. Да, мода циклична. На самом деле так оно хорошо есть. Хорошо забыто старым. Вот мы получили такое. В новой оболочке, ну, смысла и интересности больше не стало. Лишь слизь в моих волосах, которую буду выдирать очень долго. Давайте поехали дальше. Вали. Брызгается водой. И что? Веселитесь с друзьями и семьей. Очень реалистично. Я уж не могу! Что? Что тут опять? О, смотри, актерский удар головой об стол. Кто-то нассал туда, очевидно, вот обратите внимание. Очень реалистично. Очень реалистично. На немножечко коробок. Очень реалистично. Ух ты! Собственно, в чем суть игрушки? Мы так вот берем. Что? Как будто внутри кто-то писает. Что реалистичного? Давайте ее просто разобью и пойдем домой, я уже не могу. Уже 5 часов этого слайма вот это. Да, там какашка. Я сразу обратил внимание. Почему она какая-то серая, я что-то не понимаю. Хорошая игрушка, чё? Может, это даже сегодня наш этот хайлайт сегодня? Почему это стоит столько денег? Зачем это существует? 2022 нейроспиннер. Нейроспиннер, ничего себе, звучит что-то, что вообще невероятно опасно. Это штука, которая типа веревка вперед идет, такая она типа зависает в воздухе, такая форма у нее типа прикольная, да? Это оно. Все. Мальчик доволен. А, я понял, что это такое. Я это видел. Но это, кстати, залипательная штука. Это залипательно. Она поломана, кстати. Где она поломана? Смотри. А, она поломана. Не, это залипательно, это прикольно. Но зачем это, не знаю. Это просто залипательно, но это дичь. Вот тебе. Ничего себе. Слушай. Что получается? Это быстро крутится веревка, и она как будто бы... Вау. И запуталась. А помните, ее были? Там надо было помните, руками двигать, чтобы хоть что-то произошло. Ее прикольная. Там которые с ее, вы помните? Там вокруг них девки... А трюки, вспомните с ее, блин, они такие крутые были. Стояли эти чебупели вот так, а я еще звездочку вам сделаю, а тут, смотри. У меня в Бравл Старс 19 героев, я всех победил. Я этому миру сообщил все, что хотел. Дорогие друзья, Юрий Павлович, как а вот вы смотрите на эти игрушки, особенно вот на эту. Какой вердикт вы можете сказать? Парень.
полночь на студии, наигравшись в игрушки, выносит вердикт. Дорогие друзья, да что мне хочется хотим. Сказать? Что мне хочется сказать? Эти игрушки стоят очень немножечко денег, если сделать такой огромные поисковые работы на том же Алиэкспрессе. Вы найдете конечно. Эту хрень гораздо дешевле. За копейки, ну да. Наверное, главная мораль этого выпуска, мне которую мне хотелось сказать, не покупайте хрень вашим детям, особенно где у ушлых продавцов очень плохо с совестью, и они приумножают цену и заламывают такие сумасшедшие ценники, что это просто, разумеется, того не стоит, и вы просто обманываете себя и своих детей. Я бы добавил, что если ребенок говорит «хочу», вот «хочу вот эту хрень», если он заслуживает, если педагогический процесс пройден, если ребенок хорошо там, ну, условно, учится, он впитывает то, что нужно, и он заслуживает поощрения в качестве какой-нибудь игрушки, да запросто, да господи, да хоть... Если ребенок увлекается Кафкой, например, да, почему бы не купить ему слайм? Он ему мозги не попортит. Конечно. Ну да. А если заваливает ребенка... Вот этой хренью? Ля-ля-ля, ля-ля, все, закрой свой рот, я тебя слышать не хочу, небо голубое, потому что я в доме. Вот такие родители, они заслуживают... Ну, это, кстати, умно, это очень правильная мысль, то, что если ребенок увлекается чем-то еще, подобные игрушки его не испортят. Но если ему его все времяпрепровождение, это вот эти подобные игрушки, тиктоки и прочее, то ничего хорошего нет. Ничего плохого нет, иногда даже в таких каких-то странных мультиках и так далее. Но при этом, если ребенок развивается в других направлениях, всему должно быть своя мера. Как бы работе, время, потехе, час, место также, в принципе, с обучением ребенка и развлечением ребенка и так далее. Давайте поаплодируем за этот увлекательный... Давай. Спасибо за внимание, что пережили эту уныние. Вот это я понимаю, вот это я понимаю. Мне нравится. Мефисто пришел, поломался и ушел. Вот это роль, которая мне нравится. Ребята, ссылка на оригинал в описании. Приходите, подписывайтесь на канал Мефисто, так на канал Чак Ревью обязательно. Подписывайтесь на мой канал, мне было бы очень приятно. Всем удачи, всем пока-пока.